Так, ребята, привет на нашем канале. Hello, guys. Так, мы сегодня хотим сделать такое видео. Такого никогда не делали. С экрана. Скриншот видео. Да, на Zoom будем делать так, видео. Так, мы хотим поговорить о апсе такой Zoom. Да. Почему о Zoom? Потому что Zoom можно покупать с PayPal. Да. Платить с PayPal, да? И мы заказывали с Алиэкспресса. Алиэкспресс работает только с деньгами, с карточкой банковской. Гербес тоже работает с PayPal, но мы в прошлом году нашли этот Zoom, и вот с ним уже дружим где-то год. И хотим поделиться своим опытом. Ну что, открываем Zoom! Зеремисон, давай! Что ты черный? Давай, открываем Zoom. Да. Что там хочется? Вот, смотри, вот. Ай, мы еще обещали. Мы вчера сделали, видели, что 10% скидка. Да. 10% дискаунт. Да? Да. Ну так вот, вот мы и показываем, что это все реально. Да. И я через год уже как покупал, так я один раз даже поймал 15%, даже бывает скидка. Так вот, вот мы получили 10%, это все реально. Мы можем его теперь нажать и покупать. Ну не важно это. Так вот, 10% у нас уже есть, и если мы будем покупать, и будет скидка, вот это наш мой аккаунт. Канал? Да, канал на Zoom. Не канал, а это аккаунт на Zoom. Да. Вот. Покажем, что мы тут покупали. Мы покупали, ну, мы покупали разные вещи. Это ревес, это значит ревью, это... Но что мы покупали, мы поделиться своим опытом. Но... Да. Это первые... Покупки были все. Первая покупка была простая лапочка, лет такое, это неважно. Вот, и там делаешь, значит... Reviews, это значит. Да, ну, это очень. Обзоры, честные. Мне понравились очень эти лампочки. Почему? Такие дешевые. Леды, кукурузники. Что ты с ними говори? English Land Lamp. Ну окей. Короче, вот, они понравились очень. Я их купил, значит, сразу 5. 220 вольт. Там, значит, 7 ватт, но светит очень ярко, потому что LED светит гораздо ярче, чем, ну, простая там эта старинная лампа. Еще хочу поговорить, что было и такой нюанс, когда я купил, сейчас покажу, я покупал тоже так телефон, да, фоне, но вот это такой, все, значит, поделка мои, да, они, значит, телефон не покупали, ну, неважно, смотрите, вот, и они мне вот рефундили. Вот этот телефон я купил за 73 евро, за 80 цент. Я купил этот телефон, но он не работал. Я летом его купил, не работал. Перезагружался там, то работает, то не работает. Я открыл спор на Zoom, техподдержку написал. И говорили, но его надо было разбить. Не вернуть, а разбить с молотком. Я даже сделал видео на YouTube канале. Смотрите, может, да, видео, да. На канал есть. На канале есть видео, как я разбиваю. Когда только я новый, он мне совсем разрядился, даже я его не мог включить. Я хотел, чтобы он включился, и я его разбивал, когда он включен. Но так не получилось, потому что он даже не заражался потом уже, после месяца. И я его разбил так, ну, выключился, он даже разрядился. И вот эти деньги они мне вернули. Я открыл спор, но после того, когда я разбил телефон, я отправил это видео тоже с YouTube, и чувак, что тут закрывается, все нормально. И отправил фотографии, видео с YouTube, эту ссылку, которую разбил, и они мне через неделю вернули. Долго был спор, длинный, где-то пару месяцев с ним переписывал, но мне они вернули все деньги. А так все нормально, эти все лампочки, я вот что я покупал, нормально, лампочки эти все, мыло там покупал. Вот эти очень мне, я купил за тихоты. Я, во, видишь, 10% мне, да? Я купил, мне очень-очень понравились. Что тут, нет, тут ничего. Нормально тут все. Что ты тут делаешь? Мне очень понравились эти такие сникерсы, да? Говори, что ты не говоришь. Снайкерс. Ну, кеды, да? Эти понравились кеды. И как бы это строительные ботинки. Но смотрится очень красиво. Тут не нейлоновая нитка вверху. Там везде резина, там это, ну, не важно. А внутри это железо, вот где молоток нарисован, да? Ну, так очень такие красивые, как бы такие летние, там осенние, но нормально, такие кеды, вот. Эта покупка очень мне понравилась.
Так вот. Но долго выбирал, да? Тут, там внизу металл и на нос ботинка металл. Зато что-то говори. Носа металл. Как ботинка шуз? Говори. Ну хорошо, не важно. Идем дальше. Так вот. Эти так и зимние-то. Ну не важно. Ордер. Что ордер? Что ты? Не важно, вот. Шапку потом купил, тоже неплохая такая. Шапку такую черную купил. Тоже неплохая. А, такой насос, типа. Вытянуть, значит, вытягивать это, пересосать клава кока. Вообще так, пересосать. Что ты смотришь? Ничего, нормально. Такой, значит, насос купил. Воду там поднять. Неважно, перетягивать воду. Что ты? Вот говори, что я еще купил. Ну вот так. Мелочи такая, там какие-то. Машинку купил, значит, это. Усы брить. Усы. Ну и что? Ничего, нормально. Усы, да? Ну вот, и мелочь там эти всякие. Так вот. Всякая электроника так вот. Такой есть дюм. Так, все нормально, дюм интересно. Но надо выбирать. Значит, товары надо выбирать. Обсмотреть, значит, обзоры. Как люди говорят это. Сколько, значит, там получается лазерчик, ну вот там так и есть. Тукасы. Вот это, да? 73. Ну, дрели всякие там электронные, да? Вот. Всякие, но надо выбирать аккуратно, чтобы, ну, хороший был товар. Так вот. Пока мы покупаем зюма. Вот, скидка и висит. Если будем покупать, это он сразу и активируется, да. Дается скидка. Вот так. Ну, PayPal. Потому что мы и остались на дюме. Да, потому что, значит, он работает с PayPal. Вот. Вы можете еще нам сказать, если знаете, какие, в комментарии пишите, какие апсы, да, программы, которые тоже вещи можно покупать с PayPal. Мы пока знаем только Verbest и Joom. Ну, так, такие, да, самые, значит. Может, знаете, напишите, очень будем рады. Если подпишитесь на канал, тоже будем рады. Вот. Будем делим обзор. Если кому интересно, расскажем больше о значит о Диме. Вот он тоже есть. Много там людей. Вот, значит, латыши из Латвии сделали эту программку Joom. И проще эта площадка. И все вещи с Китая. Ну так более-менее, значит, это все. И там есть и скидки всякие, дискаунт. Да? Так вот, ребята, если кому нравится, подписывайтесь на канал, да. Ну, всякие вещи там есть, да. Автомобили, car electronics, ну, мелочи. Как вот. Всякие, значит, миски, и рубашки там, и миски, и вот такие дела. Аксессуарис. Ну, давай, посмотрим, что это. Что хотите, что вы покупаете. Санглавы, холодно. Что ты хочешь? Шапки есть. Так вот. Ну, а так, не тяжелая программка. Вот еще, когда забираешь, покупаешь какой-то предмет, они возвращают, что они возвращают? Они возвращают вот эти пакеты, если они возвращают вот один очки, да, один поинт. Один поинт, один цент. Ну и потом за эти поинты, у меня 76, тоже можно купить там какой-то. Тоже нет. Лампочку какую-то мелочь. Это евро получил. 76 центов. Евро за евро можно какую-то лампочку купить. Тоже мелочь. Это тоже неплохо, значит. 1% возвращается тебе в кошелек, и ты за эти поинты, очки тоже покупаешь. Вот. Там тоже есть всякие эти фолловеры. Ну, как Инстаграм, как Фейсбук. Ну важно, это важно. Есть и суппорт, поддержка, можно говорить, ну, неплохая, по деньги замерзать неплохо. И можно и посмотреть, как тоже люди покупают. Так вот, ну, всем пока, записывайтесь на канал, до новых встреч!